Очень важно, чтобы президент на самом деле преследовал интересы большинства населения, всего народа. Иначе, когда сегодня я слышу призывы, что вот мы пойдем в президенты, и мы будем с теми воевать. Вот эта бесконечная такая война, она нам не поможет, чтобы мы преодолели наши кризисы, чтобы мы смогли построить процветающую страну так, как мы себе хотим. А я хочу, чтобы вот этот мир и благополучие все-таки в стране мы смогли уже ощутить. Потому что и наши годы проходят, наши дети уже взрослеют, у них уже есть свои дети. 25 лет прошло. А как вы уже как-то так сказали до начала передачи, оглядываешься назад и думаешь, а что мы за собой оставили?